Всем привет! Сегодня у нас пересадка. Кто с нами, присоединяйтесь. Будем пересаживать в основном папоротники. Какие-то пересаживать, да в основном переваливать. И где-то среди них там затерялась одна хоечка, один филодендрон. И если земли хватит, то еще одна бегония. Ну что, начнем? Грунт я приготовила уже. Это здесь у меня все по-старому. Огородник и этот сам грунт. И этот, кто у меня есть, скажи, торф. Потом, значит, агроперлит. И дорогой наш золотой вермикулит, который крупный. В общем, все тот же самый грунт. Вот, по нему видно все. Сейчас будем сажать. Так. Сейчас первое мы пересадим. У меня вот этот вот папоротник, я делила его, висел в горшке. Ну, вот уже все поделенный, все вот уже растет. Да что такое у меня пересыхает так быстро? Вроде в горшке висит. Достаю, он у меня в маленьком горшке. Просто поставила в горшок и повешала, и забыла. Вот, думаю, надо его срочно пересадить. Название, вот знаете, вот если честно, я вам ничего не скажу. Вот, вот чего помню, то говорю. Чего не помню, не говорю не потому, что я такая вредная, но просто не помню. Ну, вот давай я листики покажу. Да уже как показывали мы его еще из Бийска. И на концах еще немножко бывает. Ну, короче, вот так вот. Вот. Так, мусор вынесу, мусор, все собрала. Так, вот один из стареньких горшочков весной. Сейчас мы сюда его перевалим. Вот так. Нам теперь работать-то здорово, да? У нас не жарко. У нас кондиционер. Вот. Теперь нам без разницы, какая температура за окном. Не, ну на сегодня ходили на рынок нормально. Как-то, ну, тепло. Ну, по-южному тепло. По-южному тепло, нормально. Ну, потом, когда домой заходишь, здесь прохладненько, так хорошо. Хороший этот. Ну, пока мало еще стоит, но первое впечатление хорошее о кондиционере. Так. Сейчас мы вот так сделаем. Ты близко больше не подводи, а то опять будут писать. Что? Невозможно. Зум. У нас, видишь, как? То тихо слышно, то сильно громко. Я не могу всем угодить. Пытаюсь, очень пытаюсь. Но не получается. Я промолчу. Да, лучше промолчать. Вот. Сыпем. И он как попрет, попрет расти. Как попрет расти. Так, что у нас нового еще с тобой произошло? Давай рассказывай. Че молчать-то? Вздохнул так тяжело. Ты чё? Да ничего. Что-то не, что-то тяжелое. Нет, мне вообще хорошо, я из души вышел. Мне говорит, вообще хорошо. Он просто пришел только что с улицы. Блудил где-то. Ну. Доходил, штаны подшивал. Так. Ну вот так. Учусь оставлять место для полива. Учусь. Никак, а то вечно посажу.
поливать. У меня вся земля с водой на стол или там на стеллаж. Вот я учусь за много лет садить правильно. Но не всегда получается. Так, я его пока уберу. Так, сейчас будем следующий переваливать. Пересыхают очень быстро. Надо срочно пересадочку замутить. Так. Вот он у меня, по-моему, даже сухой. Я не поливаю его. Ничего. Это этот. Видите, да, кто это? Тайгер Голд. Почтаж лоб заболел. Погода передавали, что испортится погода. Ну, не знаю, может, у нас нет. Такие-то облака ходят, бродят. Оп. Ну, все, он корнями оплел, конечно. Быстренько пересыхает. Сегодня были на рынке. Вот мы ходим, пошли из-за почки кошки, коту. Это на промышленном вообще испортился рынок. Мы уже привыкли к этому фермерскому дворику. И выбор как-то больше. И вообще цены более приемлемые. Там, да, там все стало дорого. Дорого, и выбор какой-то вообще. Огурцы какие-то не очень. Да я к чему все это завела? Там малина какая-то дорогая, 600 рублей килограмм. Я так хотела малиновое варенье. Правда. Не знаю, может быть, на литра два можно разориться, ну не знаю. Свежую я ее не очень люблю. Я любила ее, пока однажды не увидела. Ну ладно, что-то. Внутри двоехвост, ну эти повертки. Не могу теперь. Вот. Там сбоку чего-то. Где? Да все. Тут видишь, растет он. Его ровнее посадить. Он там кормище так выровняется сам. Малина 600. Черешни в этом году что-то так много. Ну видишь, на черешню урожай, на малину, наверное, нет. Не знаю. Ее, говорит, везти, она это... Мнется вся. Вести. Ну если откуда ты вести, да. Так а откуда? Все привозное здесь. Все вот эти помидоры вкусные покупаем. Со славян. Славянск, как на Кубани или как? По 90 рублей обалденные помидоры вообще. Вот следующий. Я уже его роняла с верхней полки. Уже отломила столько вай. Думаю, ну все достаточно. Надо тебя на место определять. Купили две дыни. Что-то сейчас у нас на дыне. Угу. Этих абрикосов тоже, я бы сказала, в этом году мало. В прошлом году прям были классные. Да, я в прошлом году прям долго ели. Долго ели. Так. Нет, ну есть как бы армянские, но они что-то их задрали. Что-то прям дорогие. Мы в прошлом году самые дорогие брали по 100 рублей. Да в этом году все не так. Так, теперь пересадим. Черешни завались прям. Да. Ну и тоже скажу, не дешевая. Мы-то успели, поели, подешевле она была. Ну, 160-165. 150 самый дешевый, сегодня увидела. Я не любитель ее, ни замороженной, ни в варенье, ни черешни, ни вишни. А вот свежий, ничего, поели. Ну что, в следующий раз. Ну, там как Бог даст. На будущий год. Вдруг конец света будет. Нет. Нет? Ну, хорошо.
Виталий. Мама с соседей сегодня дома. Слышно хорошо. А выходные что ли? А сегодня же суббота. А, думаю, что так шумно сегодня у нас в доме. Дети кричат, мы все, ну все дома, короче. В днях запутались. Так, ну, потому что запутаешься тут. Потому что. На море мы больше не были тогда. Вот. Некогда все, некогда. Да и посмотрела, я так смотрю, это кто часто про море показывает. Что-то там народу много, грязи много. Сбугомутили все. Подождем маленько. Да, ну от нас не бежит. Нет, мне хоть врач прописал каждый день ходить, но нет такой возможности. Ну, не всегда же погода. Да и не погода вообще. Так, ну раз уж я ее взяла в руки, это у меня тоже попадает. Hello, кто она есть-то? О, Господи. Ты ничего не говоришь. Ну, в общем, вы поняли, кто это. Саравак? Да. Hello. Сильно большой не будем сажать. Вот такой вот посадок перевалим. Листья тяжелые. Так, что еще вспомним? Смородины в этом году нет. Не, вдруг видела. Ну, была как бы это. Мало вообще. Я так и не купила смородину. Хочу смородину. Я же привыкла к ней. Огурцы с помидорами. Еще сегодня только крышки купила. Еще даже не мариновали. Да еще рано. Ну, осенью. Вообще свеженькие, маленькие они, огурчики идут осенью. А летом какие-то, не знаю. Мы такие не любим крупные солить. Нам надо корнишоном, в общем, сказать почти. Вот, мариновать. Так что... А их обычно начинают до сентября, да? Что, не видно меня, ты, что ли? Что-то забито. Чёрное. Чёрное. Ну и ладно. Афроамериканка. Афроамериканка. Ну и ладно. Какая разница. Так, решила я вот эту свою мутанта бессерату. Бессерата, правильно сказала. Ничего не делить не буду, пересажу побольше горшок. Вот. Что, пускай как есть, так и есть. Ну ничего, вот пусть так и есть. Ну вот тут раз это. Быстро она прям вымахала после того грунта. Кстати, пакет я где-то оставляла. Так... А сейчас же другой грунт? Это я всадила какой-то один, помнишь, покупала пакет, не было никакого его грунта, я пересадила. Нет, ну сейчас другой грунт, да? Сейчас обычный, я... Ну вот, может быть, пойдет нормально. А, сейчас обычный. Тебе тоже по 100 раз повторять надо. Перевалим. Куст этот, кустик. Опа. Опа. Я иногда думаю, нафиг этот для папоротников некоторых дренаж, которые быстро растут, вообще не знаю, нужен, нет. И то я не выколупаешь его. Ой. Побольше горшок. Да, побольше. Есть.
Тоже подвесной это горшок. Тот у меня был тоже подвесной. Тоже подвесной, но поменьше. Просто на это было. Люська, ты откуда? Ты же спала. Так спала прям сладко. Пришла привет передать всем. Ну иди передавай. Она мимо к своим тарелкам. Кушать захотела. Маленькая девочка. Ну что, сейчас только смотрели, она спала. Угу. Не видно ничего. Ну, досыплю. Ну никак. Сто раз я это показывала. Ну что? Не, на ту сторону перейти, нет? Не надо. Сейчас я разверну. Что ты? Мама! Слышали? Мама! Мама! Ой. Вот и мама. Вот сюда отойди, Люсь. Опа. Пропихнуть грунт. Пусть растет тут еще. Разрастается. Да, дочь? Смотрит, куда позапрыгнуть. Люсь. Поздоровайся, скажи привет. Честер спит сегодня весь день. Ей скучно. Да. Ой. Скучно, жалуется вам. Привет, я все всегда передаю ей. От вас. Вот, решила она стол. Место освободилось. Ой, дочь, давай мы приберем сейчас немножечко здесь. Смотри, у нас как некрасиво все. Так, у меня Филечка. Филдендрон. И Люся. И Люся. Легла такая на газетку. Грязь собирает. Потом не пущу тебя в постель. Посажу сразу. Вместе с вами веселее. Пересаживать еще много чего надо. И нам это бесконечно. Одно переваливать, другое пересаживать. Сегодня хотела покажу вот этот папоротник. Вот. Хотела его просто поделить пополам, потому что уже питания не хватает. Ну, уже мне что-то я устала сегодня. Я говорю, готовила и на рынок, и мужа на работу собирать. Ну, в общем, буду его просто пополам поделю. Будет два горшка. Не буду я делить сейчас на... Ну, на много частей. Но уже питания вот ему не хватает. Покажу его сверху вниз. Ну, куда ты уже там залез? Вот. Сегодня хотела, но нет, не буду. Люсь, ну ты хоть расскажи нам что-нибудь, сказку какую-нибудь. Это мне папоротник, я заказывала. Ну, поломаты здесь тоже такие эти были. Сломанный немножко пришел. Но не беда. Корни живые. Мы сейчас пересадим. И он будет прекрасно расти. Вот. Пока в палочном каком-то виде. Нормально. Все живое. Вырастет. Бывает такое. И в моих посылках тоже. Вот когда вот не входит ни в одну коробку. И ломаются кончики. Ничего не поделаешь. Главное, корневая, чтобы была прям хорошая. Я имею в виду про папоротники. Там как другие. Вообще это... Сейчас смотрю, очень много высылают этих магазинных папоротников. Ой, ребят, не просто так наговорить хочу что-то плохого. Не, ни в коем случае. Просто хочу вас предостеречь. Если вам высылают, вот, как вот, допустим, я купила, да, вот, кто смотрел, я покупала два папоротника. Вот я их купила. Они мне сейчас где-то недельки две будут, если не больше.
Хотя уже адаптированные я купила, они в магазине давно стояли. Но недельки две они будут у меня еще стоять. Я их не буду дербанить, ничего не буду делать с ними, трогать. Вот вы когда, если заказываете магазинные, да? Я вижу сейчас очень много предложений, в Одноклассниках особенно. Вы спрашиваете продавца, зеленый этот папоротник или целиком вы его, ну, покупаете? Если вам говорят, что, ну, прямо пока, пусть показывают фото, что он не зеленый. Если у вас вот его поделили, да, вот он не адаптировался еще, вам его раздербанили даже на две части. Пока вам дойдет, вам все это умрет растение, не будет жить. Поэтому просто хочу предостеречь, чтобы вы деньги на ведь они выбрасывали. Если продают, то пусть продают целиком. А если поделили, пусть адаптируют сначала перед тем, как продавать. Просто я вижу, наблюдаю. Ну, дизлайков я, конечно, получу немало. Но я хочу предупредить, чтобы, говорю, деньги на ветер не выбрасывали. Вот так. Так, это мы пересадили. Ну, все, теперь хоть дорогу, пусть растет. Если, например, какое-то вот любое другое растение, да, даже та агланема, которую раздербанили на несколько частей, она более живучая, она дойдет, но папоротник нет. Он реально погибнет. Тем более сейчас жара стоит у нас. Ну, вот я смотрю на половине, как говорится, нашей страны. Будьте внимательны, что вам предлагают. Это у меня еще... Садила маленькую-маленькую, усик был. Еще в этот, в кокос садила. Golden Tiger-то этот. Сейчас надо пересадить его в грунт. Хотела выбросить сначала. Маленький был, там зародышек маленький. Он сейчас не выбросил его, растение уже почти. Готовое к отправке. Особенно вот сейчас. Ты что, под шумок, да? Нет, уж не надо. Я высылаю растения с 2009 года. И то бывают ошибки. Бывают. Ну, не плачевные, конечно. Ну, тоже там где-то сломалось что-то, где-то что-то кого-то. Меня сейчас просят с Германии. У меня нету, во-первых, столько растений. Ну, до этого с Милана просили. Ну, из Италии нет. Я так, вот, лишнее появилось, продала. Это же растаможка. Да ну нафиг. Это кто занимается, у кого теплицы, у кого чего-то там. А это, ну, поштучно, можно сказать, товар. Я буду больше заморочек делать за границей. Нет. Да и времени на это нету просто. Так. Ну, мы сегодня были на рынке. Я там покупала кое-что из специй. И это говорят нам. Сразу видно, что вы местные. Я говорю, почему? Ну, белые. А ведь правда. Кто это отдыхает, они все загорелые. Закопченые. Ну, а нам некогда. Мы все это на работе. Но все равно я загорела местами-то. Пока идешь до рынка. Местами загорел тут. Это что тут такое? Люсь, ну что это такое? Мне же еще тут надо кое-что посадить. Такой бобрик посреди стола. Бобрик. Я вот не знаю. Вот купила сегодня два горшочка вот таких. Чисто для бегоний. Ну и что? Ну вот я даже не знаю.
Занималась бегониями, знаю, как чего, что низенький-то, да, плошечка хорошо. Но не великоват ли он еще для нее? Да нормальненько. Вот тот, который ты брала, тот маленький. Да, в смысле, кто? Перед этим ты брала, вот, ну, там, сегодня. Нет, нет, это я специально взяла для бегонии. Побольше есть, кстати, такие горшки, их можно подвесные делать, классные вообще, мне понравились. Да ну, ну что, посажу, да? Да. Если она умрет, кто виноват будет? Они. Люська. Люська будет виноватой. Ной, ной. Нет, говорит, она уже ее пинает, отпинывает. Нет, говорит, ну, куколка моя. Ой, так. Тогда подождите, мне надо дренаж сделать. Ой ты, Люсь, не только там папоротник не пинай. Куда я делаю? Ну, в общем, вы никогда так не делаете, как я сейчас делаю. Это не совсем правильно. Немножко горшок великоват. Я просто, ну, судьбу решила испытать. Бегонии. Ну, дренаж хороший положил. Посмотрим. Ну, как сказать, если не заливать, то я думаю, пойдет. Но все равно не советую сразу в такой пересаживать. Она здесь загущена очень. Делить я, естественно, ее не хочу. Кого тут делить? Вот магазин на это. А смотри, грунте ведь, да? Да. Ни в какой это, ни в торфе. Угу. Здорово. Меньше бывает. Значит, я, у меня практически получается перевалка. Думаю, что все обойдется. Ну, просто поэтому по горшочку разойдется. Ну, да. Мне прям понравились эти горшочки так. Все, и горшки надо брать. Ну что? Ну сейчас покажу конечный результат. Горшки брать надо, и все закончилось. И грунты. Так. Тут листы, с которого сажают, убираю. Не загнивали. У меня была такая бегония. Это прям такого же окраса. Это где-то название даже было. Так это было когда? Ой, это мы еще... Сейчас скажу. Трошки же это. Давно. Ой, я прям бегонию вообще капитально увлекалась. Красивые листья у них. Еще эти герани были. Больше всего, конечно, плющи листные я любила. Кстати, здесь их можно развести. Им же зимой прохлада нужна. На балконе можно их оставлять, зимовать. Я думаю, что все обойдется. Вроде как и не выглядит, что он сильно большой. А это объем 1,4, да? Да. Хорошо, кошка это. Нормально, что? Ну, главное не заливать. Вот, что мы сделали. Ну, плюшка перевернулась. Плюшка? Плюшка наша. Вот еще обнаружила. Да за вот во все углы загляни, то пересаживать надо. То вообще где-то в углу у меня стояло.
Горшок уже весь ломается, старый. Сейчас выброшу ее. Ой. Тем горшочком. В него засыпаем. Подожди, уберу дренаж. Это в обед 100 лет этим горшкам. Под фиалки еще когда-то брала. Пересадков, пересадки много. Ты куда ни глаз не за это смотришь, там подрос, перерос. А это сразу подвешиваешь мне на окно повешу. Ну ты спросил. Клон какой-то, а? Ну да, А или Б, или, ну короче. А. Кто? Не знаю, может, ну, в общем, не помню, кто это. Но он же у нас не цвел, да? Цвел он у нас не это, не, который замерз там, в Лиське. Тот цвел, красиво цвел. Угу. Цветочки такие, какие-то зеленоватые, непонятные какие. Казалось, мы немного ее приносила посадить. Подтаскивала, все подтаскивала. Посмотрите, целый стол пересадили с вами. Еще хотела пару растений, но я уже устала, правда. И еще стирка и дела домашние, как говорится. Посмотрите, целый стол получился. Ну да, они какие-то тут объемные, что-то, но тем не менее. Вот что мы, какую работу сегодня прям нужно, прям требовалась она, да. Сделать. Вот, что мы пересадили, получается. Раз, два, три. Люсь. Четыре, пять, шесть. Всё, папоротников. Все, иди сюда. Иди к маме, иди. Шесть папоротников пересадили. Опа. И две хвои, и один филодендрон, и одну бегонию. Ну, я думаю, что с ней будет все в порядке. Красивая же девочка. Иди. Так. Ну, все, хватит кричать, ругаться буду. Угу. Вот, в основном, конечно, была перевалка. Так мы только филодендрончик посадили. Ну вот, я еще не поливала их, а не все поливала. Да. Змеи. Ну куда тебя? Иди сюда, иди. Ты такая капризная. Ой-ой-ой, хвостиком, тук-тук-тук, хвостиком. Бег-бег-бег. Ну вот куда тебя? Вот, смотри. Затемнились. Нет, она смотрит на стол и говорит, боже мой, когда это все закончится? Люськин, а Люськин, Люськин. А вот это что такое-то? Ну, против окна же. Присаживайся вот сюда. Хватит места? Куда пошла? Нет места, говорит, нету. Куда идти? Она сказала, когда она говорит, все, заканчивайте. Сейчас закончим. Сейчас все. Видишь, нету места, видишь? Видишь, как? Мало. Все, выходи. Иди, иди. Мама сейчас попрощается. И все, и с тобой будет. Так. Ну, вроде бы все. Спасибо всем. Хочу поблагодарить новых подписчиков. И старых тоже. И гостей канала. И Люся тоже благодарит. Нету места. Спасибо вам огромное за комментарии, за советы, какие, в которых я нуждалась, вы давали. Значит, спасибо просто, что вы есть. Всем здоровья прежде всего, добра, тепла и красивых цветочков. А кому не цветочек, а цветочки не нужны, пусть будет то, что вам нужно. Всем всего доброго, пока!